Вот нас весь, дорогие друзья, я сижу в столовой и записываю вам приветствие. Я снимаю на своем сервере Tesla, IP в описании, ссылки тоже. Топовые комментарии на вашем экране, спасибо вам большое, что их пишете, спускайтесь и пишите вниз. Вот такое вот быстренькое приветствие сегодня, ставьте лайки и подписывайтесь, желаю приятного просмотра. Ну что ж, господа, мы уже находимся в зале собрания, тут уже все собрались, я опоздал, к сожалению, но тут уже объясняют. Давайте встанем, надеюсь, команда ругаться не будет. Наш гарнизон сможет выдвинуться туда и выполнить наиважнейшую задачу данного штурма, штурма всего города, а именно штурма центрального района. Один РК-солдат, у которого было спецзадание, который работал в тылу противника, был пойман или попал в засаду, и мы должны его... Он имеет ценную информацию касательно расположения основных сил и основных мест с информацией противника. Это первая задача боевой операции. Вторая – это очистить жилые районы центрального района этого города. То есть стандартная зачистка по методичке. Что ж, отлично, если тогда вопросов не имеется, всем построить свои подразделения на ВПП, ожидание, время на подготовку 5 минут. Друзья, если сейчас кто-то что-то упустил, каким-то образом там перемотал видео и не досмотрел, давайте я вам скажу вкратце, что будет. В общем, есть дроид-тактик, мы должны добыть из него информацию, соответственно, захватить его. И как я понял, дополнительное задание — это уничтожить склад. Если кто также не понял и прослушал, в ловушку попал мой коллега, РК-боец, вроде как, или РК-боец, я там просто командующий немного эти слова одинаково говорил, РК-РК, и немного я не понял, кто это в засаду-то попал. Ну, в общем-то, суть одна, в принципе, наш брат попал в засаду, нам нужен дроид-тактик, дополнительно уничтожить склад, честно говоря, я не знаю, какое мне задание дадут, либо отправляться с основной группы уничтожать, соответственно, извиняюсь, не уничтожать, а захватывать дроида-тактика, либо уничтожать, друзья мои, склад. Но, в принципе, мы сейчас это все с вами и увидим. В общем, когда все построится и вылетит, мы с вами встретимся. Да, как вы поняли, мы уже прилетели в тот самый город, где попал в засаду наш брат. Это все же оказывается не РК-боец, а АРК-боец. В общем, вы меня понимаете. Тут везде 501, РК-клончики, тут 4, там еще 2. Я не понимаю, они похожи в ФК. Но я чувствую, будет весело, друзья мои. Будет весело. Ну что, господа, у нас тут начинается уже самый лютый эпик. Вы просто посмотрите, как пафосно выстрелились парнишки. Сейчас будет лютый пафосик, вы на это взгляньте. Вот это, ребята, я понимаю, 501 легион. Все так по-блатному, знаете, прям как Римская империя. Давайте, парни, погнали. Блин, ребята, так, что-то дверь тут немного не открывалась. Все, отлично, пошли, пошли, парни. Зачищаем, зачищаем, погнали. Уже вижу, вижу. Так, контакт, контакт есть. Черт подери, слева, они везде, парни. Аккуратнее, аккуратнее, зачищаем, давайте. Мы с вами РК элитные парнишки. Так, аккуратно, все, справа все чисто. Тут все, все зачищено. Что у нас тут? Так, тут также все чисто, отлично. Дроиды, блин, граната, граната. Отойдите от гранаты, блин, их прямо там подорвало. Черт подери, парни, ну вы аккуратнее, все, красава, спасибо. Вижу одного, все. Вроде, блин, ненавижу дроидов БХ. Да сдохнет уже, господи. Аккуратнее, парни, давайте щиты сюда. Щиты, тут просто лютый трешачок. Давайте щиты, щиты. Давайте щиты, парни, щиты. Да куда вы пошли, пацаны? Щиты, они для этого и созданы. Блин, РК тупо, ребята, батьки. РК батьки, просто делаем дела конкретные. Так, там снова эти чертовы бичи. Давай, парни, пошли. Блин, они там просто друг за другом выскакивают. Так, наверху я там слышу какой-то контакт. Там он еще один уродец. Все, минус один. Блин, ребята, очень жарко. Вот правда, знаете, я не очень... Вернее, я очень люблю городские бои из-за того, что тут творится просто какой-то лютый, лютый трэш. Но вы просто на это взгляньте. Везде дроиды, это просто капец. Так, тут вроде все чисто, я так понимаю, что это наподобие банка, да? Да, бар, в принципе, почему бы и нет. Заодно что-нибудь захватим. Третий, ты сюда пришел на спецоперацию, а не... Ну, мародерство дело благородное. Да, особенно для одной современной организации. Ну, в принципе, в баре все сейчас чисто находится. Наши парни там зачистили какого-то директора. Я так понимаю, это был владелец бара. Вроде все отлично.
Мы идем проход к мэрии. Нам, в принципе, был доступен приказ спасти, вернее, очистить мэрию, а вот спасти нашего брата там... Так, граната, мне это не нравится. Граната, парни, да отойдите, черт подери, черт вы кучинюетесь-то. Так, аккуратнее, аккуратнее, давай, давай, дружище, аккуратнее. Фу, ни хрена себе, это еще что такое? Так, мне нужна медпомощь нужна. Все, благодарю, благодарю. Все, отлично, меня быстро, оперативно подхилили. Блин, ребят, вы просто, конечно, кучуетесь тут. И потом происходят вот эти вот невиданные вещи. А это, конечно, не есть хорошо. И, я так понимаю, мэрию охраняют одни боиксы. Потому что вы сами, собственно, видите, какая тут лютая охрана. Блин, тут нужно укрытие, а укрытия ни черта нет. Я понимаю, если бы не РК 501, было бы трудновато здесь. Потому что, согласитесь, только с этим справятся РКшники. Ну, конечно, и бойцы 501, но тут нужно было бы очень много ребят из 501. Так, я, наверное, сейчас делаю сюрпризик небольшой. Вот это мне, друзья мои, нравится. Вот это мне нравится. Кабум небольшой, как говорится. Так, все, я уже начинаю прорываться. Так, все, давайте, парни. Все, минус BX и минус остальные дроиды B1. Так, все, отлично, вроде... Все чисто вроде. Пока нам было... Подождите, наша задача же не штурмовать мэрию, верно? Ждем. Ну, слава Палпатину, пришли штурмовые группы 501. Наконец, эх, ждал. А тут у нас уже пошел, дружище, да куда ты, блин? Давайте, парни, где щитовики, черт подери, где щитовики, щитовиков. Пусть сначала с щитами пройдут. Давайте, парни, гранаты, назад, гранаты, блин, черт подери. Ребят, это просто стресс. Сначала должны щитовики пройти. Вы не понимаете, что ли? Господи, это, ребята, просто какой-то лютый трешак. Вы на это взгляньте. Я даже не знаю, как мне подойти. Места тупо нет, места. У нас уже первые потери пошли, парни. Но вы поаккуратнее. Я просто, правда, блин, еще потери. Давайте, команды, пошли. Давайте, парни. Ну, черт подери, ну вы не кучнитесь. Аккуратненько. Вон, все, вижу. Давай. Красава, хорошо щитом стал. Молодец. Вон, Б2, вижу. Все, вроде уничтожен. Б1 тоже готов. Блин, чувак, достань щит обратно. На тебя хреначит щит, братан, щит. Давай, все, Б2 уничтожайте. Все, минус Б2, отлично. Так, вроде все хорошо. Так, у нас там справа и слева лестницы две. Давай. Умри, урод, все. Я прорвался, вроде вперед немного прорвался, блин. Давай, парни, так, все, вроде все чисто тут. Так, у нас снова контакт, на этот раз 501 чуть прорвался. Но, ребят, я думаю, нам надо как-то еще и слева обойти. Да, ребята, слева. Обходим, чтобы помочь нашим парням в этом нелегком деле. Потому что тут, соответственно, все соединяется. Так что сейчас мы нашим парням подсобим, так сказать. Потому что я там вижу уже потери. Парни, держитесь, на максимальной скорости бегу. Давайте, ребята, держимся. Воу! Я прямо в... Я к ним прямо в тыл зашел, вы там где? Что ты где? Я к ним в тыл зашел. Отойди. Давай, парни, гранату, давай, дружище, гранату. Отойди. Блин, ну, парни, ну... Вы чё даже гранату не дадите закинуть? Так, вроде тут все чисто, все. Блин, да кто там? Откуда дроиды? Ну все, вроде все чисто. Это, ребят, просто лютый трэш. Я двоих бэдвашников убил. Ну, в общем, ребята, мы пришли к складу боеприпасов, потому что нас, к сожалению, выгнали из мэрии. Знаете, нами как-то пользуются. Там чисто сбегайте туда, потом все, спасибо, идите отсюда, сбегайте туда. Но я, в принципе, понимаю все, но как-то хочется тоже в мэрии побыть. Давайте пока глянем, что тут, чертовы двери, хрен открываются. Так, я так понимаю, тут надо заложить мину. Давай, 62-й этим занимается, соответственно, скорч. Давай, дружище, пошел, а мы глянем, да черт подери, к двери, мы глянем, что у нас тут. Ну, вроде тут также все чисто. Дверь открывайся. Я сказал, дверь открывайся. Ну, тут вообще ничего интересного, так что мы с вами выходим. И, в принципе, скорч, я так понимаю, сейчас все заложит и будет большой бум. Нам надо даже, наверное, будет отсюда выйти. 1, 2, 3. О, это было красиво. Это было чертовски красиво. Так, ну-ка, сейчас будет красивенько, я чувствую. Тут у нас вообще, ребята, полный трэш происходит, тоже даже кто-то отлетел. Так, ну, все, вроде разобрались все, но тут, конечно, был просто трэшак, а, собственно, и это дроид-тактик. А вот это было неожиданно. Протокол самоуничтожения А7392. Ёбаный рот! Звон в ушах! У кого-то звон в ушах! Что с тобой, боец? Контузило, взрыв!
строит. Черт подери. Ну, у меня-то броня катан, ребята. Я-то... Ну, у меня-то ничего не случилось, а вот 03 должен помочь. Где 03? А все, уже помогает парень. Плечо, а... Не бойся, парень, все будет хорошо. Все будет хорошо, не волнуйся. Я сам через такое проходил. Осколки... Я не могу на это смотреть, ребята. Не могу смотреть на расстрадание. Не могу смотреть на страдания паренька. Нет. Извольте избавиться от меня такого, пожалуйста. Я чувствую, сейчас будет весело. И я так понимаю, на взлетной площадке, около, вернее, взлетной площадки, у нас тут с вами очень весело. Потеря, блин, 501 снова. Черт подери, да сдохни, сдохни, урод, сдохни. Сдохни ты, да подохни ты, блин, черт подери, сколько же вас. Кто-то кинул даже им там гранатку. Ребят, это просто полный капец с дроидами Б2 этими уродами. Так, давай, давай, дружище, все. Уничтожены все. Правда, у нас тут, черт, еще один. Да сдохни ты, сдохни, блин. Их, откуда они берутся? Видно из левого переулка, черт подери. В левом переулке много дроидов. Давайте, парни, граната, блин, граната тут рядом с нами. Да отойди ты, черт подери, ребят. У нас потери, скорч потерян. Ребята, у нас тут уже ранение. Че происходит, черт подери. Капец, ребята, у нас тут просто полный трэш. Нам нужна срочно помощь, черт подери. Так, хорошо, сейчас будет трэш. Блин, снова граната. Так, отойди, сейчас будет весело. Так, все, кинул им, вернее, отправил им подарок, блин. У нас скорч ранен. В общем, ребята, с нашим бойцом пообещали повозиться, скажем так. Сейчас их должны будут подхилить, соответственно, их должны будут поднять. Давай, дружище, давай. Черт подери, друзья мои, скорч чертовски ранен. Вот это скорч, конечно, попался под обстрел. Я даже не ожидал, что скорч, черт подери, так будет, скажем так, изощренно ранен. А что у нас происходит тут? Ну-ка, давайте на это все глянем. Блин, дверь заперта, дверь заперта. Черт подери, парни, пока мы тут элитно, пафосно прикрывали наших чуваков, у нас тут трэш. Все, уходи, 56-й, иди назад, давай, назад, отходим. А то их слишком много, мы их не выдержим. Дрыщи, мы их не выдержим, вали оттуда, быстрее. 56-й, давай, отходи, я тебя прикрываю отсюда. Давай, давай, быстрее, 56-й, их там слишком много, давай, давай, уходи. Черт подери, 56-й, я понимаю, что это пафос и так далее, надо валить отсюда, к черту, ты понимаешь? Да, отойдите вы уже, там уже нас подпирают. Нам надо охранять этот вход, а лучше его вообще как-то завалить. Все, я пошел, ребята, 56-й тоже пусть уходит отсюда. Так, нам налево или направо? Ладно, пошлите налево, раз тут много бойцов налево, я пойду тоже налево. Но это, конечно, пипец. Ну все, друзья мои, мы теперь ждем только эвакуацию в экстренном, скажем так, скорость в экстренной. И уже будем сваливать отсюда. Надеюсь, никаких сюрпризов у нас не будет. Ну что ж, друзья, мы выполнили очередную миссию за РК бойцов. Было жарко, было весело. Надеюсь, и понравилась вам эта миссия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, ваш Бимот. Увидимся в следующем видосике.